преддверии Дня защитника Отечества глава Дмитровского округа Илья Поначевный навестил ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Семеновича Хомича. Встреча прошла в душевной обстановке за чашкой чая. Глава поздравил ветерана с праздником и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. В ходе беседы Анатолий Семенович вспомнил военные годы. В 1943 году его, 18-летнего юношу, призвали на фронт. Ветеран воевал в составе 1-го и 2-го белорусских фронтов, форсировал Днепр, освобождал Белоруссию и Польшу. За проявленный героизм Анатолий Семенович удостоен различных наград, в числе которых медаль за боевые заслуги, орден Отечественной войны 2-й степени и орден Славы 3-й степени. Ветеран рассказал о фаустниках – немецких солдатах, вооруженных противотанковыми гранатометами «Фаустпатрон». Они появлялись неожиданно, и у советских военных были лишь доли секунды, чтобы предотвратить смертоносный выстрел противника. Фаустник стреляет только в бок танка, а что в лоб, он, нет, его снаряд не возьмет. Танк подходит, он уже видит, что он подходит к нему, он откуда-то выскакивает, из-под куста или из-под ямы, даже сидит в яме, и стреляет стоя. Ветеран говорил не только о войне. Обсудили музыку. Анатолий Семенович много лет преподавал игру на баяне и аккордеоне. Еще одна тема – досуг. Ветеран рассказал о любимой спортивной игре и пригласил главу провести партию. Бильярд я с вами сыграл. Я не умею, к сожалению. Ну, мучаюсь, давайте, если сыграем.